Более 650 тысяч человек было вовлечено в реализацию молодежной политики в республике в прошлом году. В ректорате ДГТУ итоги 2023 года подвело Минмолодежи региона. Волонтеры участвовали в акциях «Тепло души», «Марафон добрых дел» и «Мы вместе» во многих других. Также они помогали ликвидировать последствия взрыва селитры в пригороде Махачкалы и града в Буйнакске. В этом году министерство реализует мероприятие к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ведомство проведет акции по патриотическому воспитанию и продолжит работу с молодежными центрами в муниципалитетах.